штука. На какой спектакль вы сейчас ходили? «Орфей». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Понравилось все абсолютно. Не в первый раз. Из другого города. Так, из какого города? Нижний Новгород. Прямо приехали, чтобы посмотреть да, этот спектакль? Да, и не первый раз, и не второй, и уже много-много раз, много лет ездим именно сюда. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Первый ряд. То есть видно было хорошо? Середина, да, все было отлично. То есть с Нижнего Новгорода прямо на первый ряд? Мальчик. А могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Конечно, конечно. Если мы сами приезжаем из другого города, не только мы. Сегодня здесь Украина тоже есть. То есть как бы, конечно. Хорошо. Хорошо, спасибо вам.